Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна, и мой сегодняшний небольшой обзор будет интересен для тех, кто любит макияж, ищет какие-то новые тени, новые текстуры и в то же время предпочитает часто классику. И, конечно же, для любителей не только сетевой косметики, но и косметики масс-маркета. Что же я хочу вам сегодня показать? Я думаю, по заставке вы уже поняли. Я вам показываю новинку, которая, как удивительно, обычно новинки подобные косметические я жду подолгу, но эта новинка уже появилась на Wildberries. Я заказывала ее на Wildberries. И, конечно же, речь идет о палетке теней. Я думаю, что эта палетка – это новая эра теней Maybelline New York. Это палетка Nudes of New York. Я думаю, что каждая из вас хотя бы видела или слышала раз про нюдовые палетки от Maybelline New York. У меня их великое множество, по-моему, все, кроме одной, которая в России так и не появилась, такая яркая. У меня есть палетка нюдовая Rock с розовыми оттенками, потом с такими зеленовато-золотистыми, и, конечно же, классическая нюдовая палитра. Ее я приобретала уже 2 раза. И вот каково было мое удивление, когда на сайте Wildberries появилась вот эта прекрасная нюдовая палетка. Здесь 16 оттенков, 12 из них маленькие рефилы, такие стандартные, и 4 рефила более крупные. Здесь есть и матовые оттенки, и сатиновые. Нет оттенков с крупными блестками. Что я могу сказать в целом об этой палетке? С одной стороны, это очень нюдовая, базовая палетка. Здесь, как вы видите, бежевые, золотистые, коричневые оттенки. Но в то же время есть и ультрамодные, красно-сиренево-бордовые кирпичные оттенки. Посмотрите, мне эта палетка очень-очень понравилась. Тени не осыпаются, мягко ложатся. Если это тени матовые, то они идеально матовые. Если это тени сатиновые, то они на самом деле блестящие и очень-очень красивые. Если вы любите палетки Maybelline New York, именно нюдовые, вот она, вот эта палетка по качеству как те нюдовые в самом лучшем исполнении. Присмотритесь к этой палитре, присмотритесь к этим оттенкам. Это на самом деле новинка, которая доступна для всех нас. В общем-то, мне эта палетка понравилась. Что я могу сказать, да, изготовитель Франция и произведено в Германии. Вот, адрес в России, Лореаль, так, Москва. В общем-то, вот такая вот палетка. На Wildberries, еще раз повторюсь, я ее взяла, 18 граммов. Надеюсь, что мое короткое видео было для вас интересным. Я сделала свотчи, я рассказала свои личные впечатления. В общем-то, если вы любите нюдовые тени, хотя с этими оттенками, кстати, можно сделать и достаточно интересный макияж, достаточно темный, в стиле Smokey Eyes, если дополнить еще какими-нибудь карандашиками. В общем-то, знаете, что такая палета появилась. Я ее взяла за 800 рублей, там с небольшим. Так она на сайте Wildberries стоит 1000 с лишним. Но если вы на Wildberries заказываете, вы знаете, что там нужно просто скидочки ловить. И сейчас она есть в наличии. Вот такая красота. Когда я ее увидела, я просто не могла удержаться. И, конечно же, ее для себя приобрела. В общем-то, на этом у меня все. Если вы любите палетки Maybelline, ставьте лайк и оставляйте комментарий. Посмотрим, сколько же нас. Мое сердце мейбелиновским палеткам вообще отдано раз и навсегда. Ну а на этом у меня все. До свидания и красивых макияжей вам!